начали тренировки в жилом комплексе «Невский». Вы можете уже приходить на наши тренировки. Будем регулярно тренировать каждый день. Сегодня первую тренировку провели вместе. Всем советуем так начинать выходные ранним утром. Вот, занятия спортом просто супер. Спасибо Красту за то, что так занимается жителями. Тяжко, но очень круто. Сейчас вот лето начинается. Мне кажется, что на улице тренировка, она намного интереснее и ярче, чем если тренироваться в зале, например. Нам понравилось, впечатление классное. Тяжело, но в конце кайф. Ну, так часто бывает.